Завершить все проблемные стройки до конца 2023 года. Такую задачу решают власти Сергиево-Посадского округа и депутат Государственной Думы Сергей Пахомов. Еще год назад в округе проблемными называли два объекта – ЖК «Покровский», дом 2, и ЖК «Благовест». Сейчас на Покровском уже завершены монолитные и кладочные работы. Подрядчики устанавливают лифтовое оборудование. Приступили к отделке помещений. Председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов считает, что с Покровского можно снять проблемный статус. Мы сейчас смотрим, вернее, видим то, что изначально было небольшое отставание. Сейчас раскачались, работы идут по плану. У меня сомнений, что мы в ноябре начнем выдавать ключи. Нет. Напомним, строительство жилого комплекса было остановлено в 2018 году. В конце прошлого года наблюдательным советом Фонда развития территории было принято решение о достройке комплекса. Меньше чем за год он был достроен. Планируется, что в первом квартале 2023 года все 197 дольщиков получат ключи от квартир. А власти теперь акцентируют внимание на жилом комплексе «Благовест». Это уже наш следующий вызов, или последний наш вызов, если так можно сказать. Мы уже в ближайшие буквально вот дни недели выходим на работы. В следующем году, я думаю, что к концу лета ключи уже тоже можно будет раздавать. И тем самым мы эту проблему, нашу еще одну проблему большую в виде обманутых дольщиков, как понятие, с территории района уберем навсегда. Татьяна Колганова, Дмитрий Зайчиков. Программа «События».